детское отделение онкогематологии. На первый взгляд, оно ничем не отличается от других подобных лечебных помещений. Длинный коридор, общие палаты и изоляторы, больничные койки – всего 30. Бывает, что их не хватает, но они не пустуют. Никогда. И здесь не просто пациенты, это настоящие борцы за жизнь. Они с облегчением провожают каждый проведенный в отделении день и с тревогой думают о завтрашнем. Но в душе всегда живет частица, та, которая не позволяет сдаться. Светлая вера в лучшее и надежда, что это только испытание. Здесь лечатся дети с тяжелейшими заболеваниями, различными злокачественными опухолями, лейкозом, саркомой и другими видами рака. И хотя медицина сегодня достигла высокого уровня, победить страшную болезнь удается далеко не всегда. Позитивный настрой пациента, воля к жизни повышают шансы на выздоровление. Ради этого 2,5 года назад был задуман и существует до сих пор наш совместный проект «Надежда на чудо». Сама по себе реализация телепроекта прошла проверку в течение нескольких месяцев. Мы очень долго не могли его запустить, потому что не просто было сформулировать для самих себя, а значит и для наших зрителей, что мы хотим сказать и что должно произойти после. Подарить надежду на выздоровление оказалось совсем несложно. Достаточно исполнить заветную мечту. И неважно, будь то всего лишь игрушка, книжка или другое по-детски наивное желание. Главное – не дать ребенку и его близким отчаяться. На протяжении всего проекта наши съемочные группы посещают отделение онкогематологии еженедельно, каждый раз узнавая у маленьких пациентов их заветные желания. Я хочу большого плюшевого зайку. Такую большую лошадку. Я хочу конструктор Лего. Велосипед. Каши. Красного цвета. Да. Я хочу ноутбук себе. Я просто хочу общаться с папой, потому что я буду еще 4 месяца лежать. Мне охота его увидеть. Будешь скучать? Да. У тебя, Алин, есть мечта? Есть. Никогда сюда не попадать. Самая большая в мире мечта – больше никогда не болеть, никогда, никогда. Когда проект «Надежда на чудо» начинался, мы, конечно, не сомневались, что к благородной миссии присоединятся многие. Но не ожидали столь живого и широкого отклика. Зрители звонят в редакцию, приносят игрушки или деньги практически каждый день. Нередко они исполняют желания онкобольных ребятишек еще до того, как мы рассказали о них в эфире. Бывают случаи, когда подарок находит ребенка уже после того, как его выписали. Здравствуйте. Угодили мне. Очень нравится. Исполнили мечту. Не бойся, ставь ножку на педаль. Не бойся, ставь. Все. Не могу, я дрожу. За время существования проекта откликнулись волонтеры, многие предприниматели и известные земляки. Подключилось свыше 20 различных краевых ведомств. Помощь приходила всегда, иногда из самых неожиданных мест, а порой заветные желания исполнялись гораздо в большем объеме. Меня зовут Ева. Спасибо. Буду летчиком, учиться буду летать. Постепенно мы все вместе дарили веру и надежду. Для некоторых ребятишек, которые уже смогли победить болезнь, именно сбывшаяся мечта стала первым шагом и одним из стимулов на пути к исцелению. Эдгар Вейцель и Паша Дорохов победили рак мозга. Выздоровели Коля Конушкин, Вика Самарина и Даша Юсупова-Роспух. Максим Рединский, Кристина Солдатова, Дима Попитов, Аня Черкова и другие наши подопечные находятся в состоянии ремиссии и чувствуют себя хорошо. Чужих детей не бывает просто. Вот. И они все родные. Я думаю, что если бы люди больше знали об этом, знаешь, о больных, обо всем, то и больше бы помогали бы. И просто, не знаю, не было бы больных детей.
Надежда на чудо продолжает жить, расширяя круг сподвижников. Сегодня общее дело «Дарить веру и надежду онкобольным детям» сплотило несколько фондов и общественных организаций. Регулярно проходят благотворительные аукционы и акции. Недавно у проекта появился собственный логотип. Но самое главное, сегодня он выходит на новый уровень развития. Организаторы проекта готовы обеспечить полное финансовое сопровождение пациентов онкогематологии. От дня поступления ребенка в отделение до окончательного выздоровления. Иными словами, материальная помощь будет оказана на любые нужды, будь то закупка лекарств или медоборудования, или дорога до федерального центра. Всем, кто уже помог осветить счастьем лица этих детей и кто еще планирует присоединиться к общей миссии, спасибо от нас, от мамочек, от малышей и медиков. За время действия проекта улыбнулось около 300 детей, а может улыбнуться и еще больше. Давайте вместе продолжим дарить надежду на чудо.